жизнь. Жизнь так прекрасна. Нам кажется, что так будет всегда. Но все меняется, когда приходит она. Война. Война никогда не меняется. Но все может быть совсем не так печально. Здравствуйте, уважаемые американцы, меня зовут Джон Ду. Я представляю компанию vault-tec. Я здесь, чтобы помочь вам. Дорогие сограждане, наступают тяжелые времена. Вы все знаете, что творится в мире. Война уже началась, и эта война ужасна. Мы все благоразумные люди, и мы понимаем, что рано или поздно эта война коснется и нас с вами. Поэтому нам нужно быть готовыми, нам нужно быть защищенными. К сожалению, наши привычные дома не в состоянии защитить нас от ядерного оружия. Понимая это, корпорация vault-tec при содействии доблестной американской армии и правительства США решила взять на себя ответственность за вашу безопасность. Специально для вас и ваших близких мы возводим подземные дома совершенно нового типа. Это настоящие подземные крепости, недоступные для любого вида оружия массового поражения, включая ядерное. Эти крепости называются убежищами. Именно здесь и только здесь вы сможете с большим комфортом пережить войну. Дверь убежища из титанового сплава двухметровой толщины надежно оградит вас от мира, уже непригодного для жизни. Стены убежища сделаны из высокопрочного бетона и достигают толщины в несколько метров. Не бойтесь, что теперь ваш дом будет располагаться под землей. Это дает дополнительную гарантию безопасности вас и ваших близких. Вы даже не заметите, что наверху идет война. Солнце здесь вам будут заменять мощные люминесцентные лампы, свет которых практически идентичен солнечному. Вы даже сможете загорать. Электричество в убежище вырабатывается абсолютно безопасными геотермальными генераторами. Но даже такое надежное оборудование, как оборудование компании vault-tec, нуждается в техническом обслуживании. Для этого в убежище есть специальные ремонтные дроиды, не знающие сна и усталости. Но нет недостатка и в обычных инструментах. Вся электроника убежища контролируется мощным суперкомпьютером последнего поколения, разработанным корпорацией vault-tec, что несомненно говорит о его надежности. В убежище есть все необходимое, чтобы скрасить ваше ожидание конца войны. Уверяю вас, время здесь пролетит совершенно незаметно. Убежища снабжены абсолютно автономной системой жизнеобеспечения. Это настоящий технологический рай. И вам даже не придется умирать, чтобы попасть в него. Судите сами. Комфортные частные апартаменты как на одного человека, так и на семью до 10 человек. Раздельные ванные комнаты и уборные, вода для которых поступает из глубинных скважин, недоступных для радиации и вредных веществ. Воздух очищается многочисленными фильтрами сложной разветвленной системы вентиляции. Пища, как и одежда, создается специальными автоматическими аппаратами. В убежище имеются огромные видеозалы, библиотеки и аудиоархивы с лучшими образцами культуры всех времен и народов. В первую очередь, конечно, американского производства. Также имеются различные обучающие фильмы для детей и взрослых. От правописания до сексуального воспитания, которые будут показываться в образовательных целях. И все это придумали волшебники из корпорации vault-tec. Ведь нам важна не только ваша безопасность, но и ваш комфорт. И поспешите, каждый из убежищ рассчитан всего лишь на 1000 человек. Корпорация vault-tec надеется, что именно вы с вашей семьей успеете поселиться в одном из них. Каждое из убежищ – это маленькая Америка, где правит справедливость и демократия, где вы найдете безопасность и спокойствие для себя и своей семьи. Позвольте нам защитить вас. Всего доброго.